Добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами Дим. Сегодня мы будем создавать персонажа в Character Creator. Версия 3.4. Ну, как вроде как последняя. Вот. Видим стандартный аватар. Все стандартно. Не будем работать над мышцами, там над изменениями лица, еще что-то. Мы просто все быстренько сделаем через плагин Headshot. Ну, такой азиатской внешности, я так думаю, выберем. В принципе, я ее уже подготовил. Фотографию. То есть с любой фотографией можно, сами знаете, да, делать с помощью этого плагина персонажа, похожего на человека, который на фотографии. Вот, и я выбрал лысую девушку, потому что без волос меньше проблем, потому что от волос остаются на коже пятна, и приходится потом все это дорабатывать где-нибудь в Paint 3D, еще где-нибудь и так далее. Все выбрали по умолчанию, нажали Generate. Сейчас все, программа сгенерирует, и персонаж у нас превратится в азиатку. Ждем. Вот, смотрите, обратите внимание, как вообще вот очень похоже. Без волос это вообще просто красота работать, когда вот нет волос, потому что волосы мы будем добавлять свои, чуть-чуть подтянем тон кожи, а то она очень бледная получилась. Вот. Ну, мы еще будем накладывать макияж, поры, веснушки, там все что только можно, брови, затемнения, все, которые как у людей нормальных должны быть. То есть стараемся сделать аватара максимально похожего на реального человека. Вот, чуть-чуть потемнее стало, уже лучше, как бы. Уже не похоже на мертвого. Вот есть такая проблема в Headshot с носом, бывает. Сейчас мы его будем выправлять немножко. Да, и кстати, ребят, вы не обратили внимания, что... Почему? Не задавались вопросом, почему персонаж в Character Creator выглядит гораздо реалистичнее, чем в самой программе iClone, как, ну, после того, как его туда импортируют. А вся суть именно в освещении. Изначально вот в дефолтных настройках в Character Creator уже, видите, стоит HD освещение. Ну, как... Это не освещение даже, это как... Как бы правильно так сказать, это, ну, сейчас позже я вам покажу, вы поймете, о чем я говорю. Вот, пока работаем над носом. Хочу выразить большую благодарность ребятам, которые заливают контент по iClone именно по материалу. В особенности это одежда, волосы для аватаров там и так далее. Ну, а также и весь любой контент, то есть и для сцены, и для проекта любого. Вообще молодцы, спасибо вам, ребят. Я как только буду располагать чем-то подобным, обязательно тоже буду заливать на YouTube, чтобы все это развивалось, скачивалось. Так, ну с носиком мы закончили, подправили. Получилось все довольно-таки хорошо. Теперь поработаем над красотой. Макияж, не макияж, все вот это вот. То есть будем добиваться максимальной реалистичности. Макияж отдельно я тоже решил не ложить, а сразу вот кардиал какой-то положить. И должно, в принципе, выглядеть неплохо. Еще раз повторю, что мы готовим аватара, полноценного аватара под проект. Честно скажу, не знаю, будем ли мы во втором уроке продолжать именно работать именно с этим аватаром. Оно не суть важна, с какой фотографии мы сделали аватара, какого аватара. Суть пока идет вообще, как его сделать максимально реалистично. Вот, губки красные добавим, как в принципе азиаточки любят краситься. Вот, суть не какой именно аватар там, а суть, как его сделать. Вот. Далее, как бы, вообще задавайте в личку, в комментариях, пишите любые вопросы. Я уже более 2 лет работаю в этих программах, и
Я не скажу, что я какой-то профи, но я немало знаю об этих программах, и вы задавайте обязательно любые вопросы в комментариях, я все, что знаю, расскажу. Ну, все, что я знаю, я намерен выпустить серию прям видеоуроков, она будет не маленькая, потому что очень много я знаю, что и как тут можно делать. Ну, все делают все равно по-своему, но я сам когда-то много чего для себя брал и до сих пор беру, опять же, за это ребятам, тем, кто все это выкладывает, огромное спасибо. Сам также беру для себя что-то, когда не знаю, как сделать то или иное. Вот. Поэтому считаю, что да, это надо развивать. Это очень занимательно и увлекательно. И даже, говорю, вот, например, у меня в планах снять фильм. Полноценный, нормальный 3D-фильм. В принципе, много кто снимает и фильмы, и мультфильмы, и так далее. И они как бы... Не знаю, лично я даже не скажу, что ради прибыли это дело. Мне это просто в кайф, это мое хобби. И я думаю, все творческие люди со мной согласятся, что в первую очередь должно быть в кайф что-то делать. Вот. Так, ну вот наводим красоту. Уже видите, бровки появились. Да, макияж пока ушел, он потом под конец все вернется, все, что мы накладывали. Просто он убирается так, как мы накладываем то, что должно быть под ним. Вот обратите внимание, веснушечки наложили. Ну, на щеки мы не будем веснушки ложить, родинки положим. Да, и когда ложите все, будет выскакивать окно, и будет написано add либо replace. Нажимайте add, то есть то, что вы хотите применить сверху, не убирая предыдущего. А replace, он убирает предыдущее, то, что вы ложили. То есть и получится, что вы будете по кругу все накладывать. Вот, кстати, волосы у меня всякие разные, я их буду брать со не встроенные, которые здесь есть, а именно те, которые я скачивал вот благодаря таким ребятам, которые выкладывают данный контент. У меня и волосы, и одежда, и обувь, и так много чего есть для аватаров. Вот за это вообще прям бесконечная просто благодарность, потому что порой вот нужно сделать именно вот такого персонажа, а для этого нет материала. И создать волосы, тем более лоу-поли, да, там, или какие еще есть, ну, чтобы они были живые, это очень сложно. Это не каждый профессионал может создать полноценные волосы. Поэтому, тем более у нас 21 век, мы стараемся как-то все ускорить, облегчить все это дело себя. Потому что, представляете, если создавать одни волосы, которые только подойдут к одному персонажу, у нас же не будут все персонажи с одинаковыми волосами там или с одинаковой одеждой ходить и так далее, то на это бы уходило уйма времени, просто прям неимоверное количество. Так, ну вот волосики, да, они со стороннего софта, поэтому они не всегда ровненько ложатся, и их надо подправлять немножечко. Ну, здесь ничего страшного нет, все нормально. Ну, как бы, как мы их здесь поставим, в Character Creator, да, так они в iClone и импортируются, то есть никуда не сдвинутся больше, все, они, так сказать, прилипнут к голове персонажа и никуда уже не денутся. И волосы тоже довольно-таки, кстати, реалистичные, их даже не нужно конвертировать в Digital Human Hider. Ой, не Hider, а Shader, по-моему, да, Digital Human Shader. Просто когда их конвертируем в подобный формат, там больше настроек по волосам идет. Но они и так довольно-таки прям офигенно выглядят. Но в крайний случай в iClone тоже есть под тот же инструмент. Он также работает над волосами, как и здесь в Character Creator. Так, обязательно добавляем Oculips, вот этот профиль. Обязательно. Это для дальнейшей анимации. Это на каждого аватара надо добавлять. Это для дальнейшей анимации губ. Вообще лицевой анимации. Без нее не будет в iClone никаких настроек. Так, ну вот вещи тоже сторонние, которые ребята выкладывают в YouTube. Все, спасибо и спасибо. Вот. Ну, опять же, я на вещах особо не хочу заморачиваться. Не знаю, там...
надо так ее просто приодеть, потому что, по сути дела, если даже мы будем работать с этим аватаром в дальнейшем, мы будем делать ей какую-то часть вещей. Ну, обувь-то точно нет, но, возможно, юбка, еще что-то, какую-то часть вещей или штаны мы будем делать в Marvelous Designer. Кто не знает, что это за программа, это программа создания вещей, живых вещей в формате Alembic. Данные видео у меня есть на канале. Они очень живо, эффектно смотрятся. То есть, ну, как настоящие вещи. То есть, если складка, значит, должна быть складка. Если юбка платья там шатается, оно должно шататься. Не как вот встроенные вещи. Ну, здесь тоже есть встроенные платья, которые анимированные. Ну, а такие вот, как рубашки, футболки, куртки, они здесь даже складки толком не показывают. Это, конечно, не сильно заметно, но если мы хотим добиться прям реально реалистичного изображения, аватара, там вообще все как должно быть в жизни, то, соответственно, нужно и делать максимально реалистично. Так, шортики, футболочку мы ей надели. И вот, да, подыскиваю спортивную обувь. Какую-то более-менее вот кроссовочки такие симпатичные, чтобы более-менее как-то сочеталось. Но это пока, на первое время. И когда мы сторонние вещи не с этой программы одеваем на аватара, всегда нужно их откалибровать обязательно. Вкладочкой Calculate Collision. Чтоб они ровно легли и уже никуда там ничего не было. Так, ну вот ремешок попробую. Ну да, он лишний, все-таки его надо убрать. Смотрите, и почему вот в Айклоне персонаж получается не настолько живой, как здесь. А именно, это если в Айклоне добавлять то же освещение, что и здесь, он там будет выглядеть точно так же. Разница в освещении. Там на сцене нет освещения такого. Там просто штатное освещение, которое, ну, просто, чтобы там что-то было видно. А здесь, в Character Creator, освещение уже идет как вожди разрешения. Так, сейчас мы зададим вот мимику какую-нибудь. Вот она, кстати, вот об этом я говорил. Атмосфер. Вот видите, смотрите, как все изменилось, как падают тени, как идет отблеск в глазах от губ. Вот об этом я говорю. В Айклоне есть все то же самое. Если добавлять вот эти освещения, аватары тоже будут выглядеть очень живо. Но просто вот слов нет. Грубо говоря, 20 минут и вот такой вот у нас аватар готов. Она даже уже почти на азиатку не похожа, если честно. Поэтому на этом урок сегодняшний первый, это, так сказать, как вступление и создание аватара, закончен. В принципе, если вы хотите, если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, я на все отвечу. Что я вот на данном уроке делал, как делал, если кому-то что-то непонятно, я все объясню, расскажу. Ну а так, в принципе, до новых встреч, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду продолжать.